очень большая разница занятия на олимпиадами и занятия в школе. То есть это никак не связано с знаниями совсем. То есть если человек олимпиадник, он у него просто немножко по-другому мыслит, более нестандартно, и все. То есть я, например, если меня по какой-то теме спросить, например, физики, я ее не знаю. Но на олимпиаде приходится вспоминать, выгребать все из мозгов, складывать в кучку. Олимпиада очень долго идет, 4 часа, а практически тур 5 часов, например, по физике, по химии. Я просто ложусь и сплю.